Я приветствую вас, уважаемые моделисты. В пятой посылке даны детали задней части днища модели автомобиля, центральная и задняя часть рамы, карданный вал, подкрылки и радиатор. Это номера с 21 по 26 включительно. Чтобы самому насладиться процессом сборки данного партворка, подписывайся на него по ссылке в описании к данному ролику. Сборка начинается со скручивания двух половин карданного вала и установки крестовины. После прикручиваю центральную часть рамы. Главное не зажать трубки. Далее собираю заднюю часть рамы. В 23-м выпуске дан элемент задней части днища, задние подкрылки и амортизатор.
устанавливаю амортизаторы на кронштейн, а кронштейн на элемент днища. Подкрылки. Они имеют маркировку право и лево. Во избежание поломки амортизаторов я решил их снять. Установлю при сборке задней подвески. Прикручиваю заднюю часть днища к модели. Устанавливаю заднюю часть рамы и в очередной раз поражаюсь габаритом этой модели. Из деталей 24 выпуска будет собран радиатор и установлены передние подкрылки.
Из номеров 25 и 26 выпусков будет собрана передняя панель моторного отсека с навесным оборудованием. На эту панель будет установлен радиатор, и вся эта конструкция установлена на модель.
Вот такой результат сборки номеров из пятой посылки. Карданный вал будет установлен в следующей серии, так же как и амортизаторы. На этом сборка содержимого пятой посылки закончена. Лайки и комменты под видео. До новых встреч!